В здании Капитолия в Финиксе, штат Аризона, проходит первая мемориальная служба, посвященная памяти сенатора Джона Маккейна, которая более 30 лет представляла этот штат в Конгрессе. До конца недели в Аризоне и Вашингтоне состоятся еще несколько мемориальных мероприятий. Член Палаты представителей Марта Максали победила на республиканских праймерис в Аризоне. Ее конкурентом на сенатских выборах в ноябре станет ее коллега-демократ Кирстен Синема. Республиканцы выбрали кандидата, которого поддержал партийный истеблишмент. Рост экономики США во втором квартале 2018 составил 4,2% в годовом выражении. Этот показатель стал самым высоким с 2014 года. По мнению экономистов, росту способствовало снижение объема импорта, особенно бензина. В городе Морристаун, штат Теннесси, две домашние собаки пришли на помощь своей хозяйке Роксане Карсон и бесстрашно отогнали змею, оказавшуюся во дворе ее дома. Змея укусила одну из собак, которая, правда, хорошо себя чувствовала на следующий день.